Всем мэраба, дорогие зрители! Сегодня я нахожусь в районе Махмутлар, в одном из люксовых комплексов, который находится от моря на расстоянии 750-800 метров максимум. Тут есть вся инфраструктура, отельного типа проект. Можно даже сдавать в управление квартиру. Огромная территория. В этой части крытый бассейн, сауна, хамам, ресторан есть снизу, как вы видите. Ну, многие про этот проект слышали, Serenity называется. Здесь на третьем этаже продается 1+1 под ключ. Вот, сразу покажу балкон. Проект был сдан 2 года тому назад. Использованы хорошие стройматериалы. Вот, здесь у нас гостиная, квадратных метров, полезная вся площадь, где-то 40. Это 940. Высокие потолки. Свет отключу, что-то моргать начало. Холодильник фирма Профила. Арчелик холодильник. Ну, бытовая в основном, да, Арчелик. Электрическая плита, Эсте духовка. Вестфрост посудомойка. Спальня здесь у нас 13 квадратных метров, полезная площадь, и кондиционер тоже фирмы Арчелик. Вон. Хороший вид, в той стороне моря, до улицы Ататюрка здесь 200 метров, 150-200 метров между ними. Сюда можно установить шкафчик встроенный, здесь у нас санузел. Санузел. Узнаю Айдат. Айдат вроде сказали годовой или 500 евро, или 800 евро. Сейчас внизу уточню. Вот такая маленькая, нормальная квартира. В 5-звездочном проекте Serenity. Цена, дорогие зрители, 140 тысяч евро, 1+1. Спускаясь вниз, сейчас покажу всю инфраструктуру. Так, вот здесь проход по этажам, 2 лифта. Ежемесячно можно сдавать по 900, по 1200, по 1000 евро, 1+1. Такой большой лифт. Тут даже есть магазинчик свой. Вот. В той стороне. Смотрим, что. Ресторан-бар. Wi-Fi тоже включен, стоимость. Ну, говорит, детская игровая комната, все там есть. Туда не буду ходить, проект большой. Здесь лобби. Выход к бассейну. Что тут еще есть? Спа-центр. Тут фитнес-зал. Нам пароль, короче, 07. Надо зайти. Вот такой большой фитнес. Спа-центр, наверное, не позволят снимать. Мерабала. Пока позволили. Спа-центр. Массажные салоны здесь. Здесь крытый бассейн. Вот такой крытый бассейн. Здесь бар. Здесь хамам там внутри, да. Не буду заходить. Это VIP. Люди. Все, дорогие зрители. Вот такой проект. Снаружи у нас открытая парковка.
Айдат 800 евро годовой. Открыта парковка снаружи. Вот такой вот проект, дорогие зрители. Если вам понравился этот проект, звоните по номеру +90 555 064 91 10. С вами был Агасий, Солнечная Алания, район Махмутлар. Всем чао-чао, бай-бай.